16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция войск 2-го и 3-го украинских фронтов. Немецкое командование придавало большое значение обороне Венского направления. Они рассчитывали остановить советские войска и удержаться в Австрии в надежде на заключение сепаратного мира с Англией и США. Однако советские войска прорвали вражескую оборону и полностью освободили Вену. Во время боев за город советское правительство опубликовало заявление, в котором указывалось, что СССР не претендует на какую-либо часть австрийской территории и изменение социального строя Австрии. До победы оставалось 54 дня.